Так, вторая часть, да, уже глазок появился. Вот, вторая часть. Ну, в принципе, что-то смотреть там во второй части. Ну, это будет обычно называться, типа, серия, такая-такая-то. Вот и все. Вот, реально, потому что я не вижу смысл делать серия там какая-то. Просто будет номер серии. Ну, и... полетели за... Чего? Надо сейчас быстрее лететь за ним, потому что он сейчас пропадет, но это не точно. Ага, это не точно. Блин. Не знаю, просто как правильно посмеялся. Так он что, сейчас в ад, да, спустился, что ли? А нет, вот, летели наверх. Господи, что тут? Чё у меня такие крылья маленькие? Ну так мало летает. И не маленькие. Сейчас какой-то еще дракон, блин, летит. А, я знаю его. Но не влетит. 300. Чё, эй? Я уже на тебя обиделся. Так, ну, я понял, если бить в голову им, то будет больше носить. 314, вы серьезно, блин, это же огромный урон. Им можно с 5 ударов убить этого гомункула. Ну, этого. Глаз Ктулху, вот, что-то уже забыл его. А, кстати, и тогда еще была английская версия терки. А, первая часть на русском пришел. Не знаю почему. И она немного странная. Ну, хотя тут все на русском показывает, да? Так, ты иди отсюда. Ну, конечно, в мобильной версии... А, нет, там все есть, реально там все есть. А я уже надеялся, что нет. Может быть, это вещи обозревать, но потом будет обзор карты, прохождение карт. Это обязательно будет. Вот реально. Это будет обязательно. А вот насчет остального, по террарии, я не знаю, но если вы захотите, будет за разный класс проходить. Ну, это если вы захотите, не знаю, покажите это. Я не знаю, о чем. Покажите это, да блин, ну я не знаю чем. Ну, напишите в комментарии, вот. О, Глазор, Глазор, иди сюда. Мне нужен из тебя попрыгунчик. 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 Сказал, как подручный. Ну, типа, подручный. А, ну вы сейчас не поймете, надо вот такой делать. Какие сильнуются. Что-то они у меня уже много, значит, так. Так, последний меч героя. Я вас умоляю, чтобы взять вчера меч. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Какой же я дурачок. Это скучно, можно и такое сделать. Так. То есть вы выбираете, какой делать контент. То есть, либо я делаю контент из того, то, что видео много, я не без голоса, либо видео... А, нет. Это. Либо видео одно, и оно с голосом. Ну, сегодня выйдет 2 видео. И что, опа, пессимисты? Чего? А, все уже, да? Окей. Что-то уже пить захотелось. Ребятки, я сейчас приду, просто попью и все. Ну, это не точно. Ну, я еще не сходил попить, но не знаю, что-то вот прям неохота отвлекаться. От этой игрули хорошая игра, прикольная, вещей много,
Ну, это не Майнкрафт вам. Ну, Майнкрафт, я думаю, тоже будет у меня на канале. Не знаю, вот просто... не знаю. Просто, типа, засниму его. Если мне понравится игра, то буду снимать. Ну, Террария мне вообще безумно нравится. А вот кто меня спросит, какая у тебя любимая игра, я скажу Террария. И, блин, Хильси! Самый неудобный момент сказал Хильси. Да. Надо уже другие немного ссылочки пройти. Че, все они уже убегают? Почему? Стойте, идите ко мне, вы мои хорошие. Ты чё же, нет? Скуй мне меч. Кстати, в те здесь подписчиков я, наверное, что-нибудь сделаю. Ну, например, сломаю наушники. Ну, или всё что-то. Ну, или ничего, вообще не буду делать. Про 10 подписчиков, это для вас незначительное. Знаете, 10 подписчиков, что ВНГ 10 лямов. 11 уже. Блин, он растет уже как PewDiePie. Серьезно, вот недавно... О, ну! Да. Я знаю, вам может понравиться типа Спинал или кто там, Киджой. Но они уже там мало снимают Террарии, а... Их канал чисто будет посвящен Террарии. Мой канал не будет посвящен Террарии. Мой канал будет посвящен разным играм. И эти игры будут выходить в пятницу. Но я выпущу это видео сегодня, чтобы вы написали в комментариях, как вам больше нравится, со звуком или без звука. Если никто ничего не напишет, тогда... Тогда что? Я выберу свой. Так, а какой будет мой... Мой будет это одно видео, и оно будет ходить в пятницу, и оно с голосом. Да. Господи, тут, блин, вот уже их тут много стало, сейчас я их всех тут покромсаю. Ага, Молотора, ага, 3 хп хиль. Уже? А, она пропала, хил. Кстати, прикольная музыка, но вы её, наверное, не слышите. Ой, прости мой голос. Извиняюсь, что стал не на сурк. Вот реально. Извиняюсь. Нифига себе он мощный. А хотя да, я знал это, я это делено, реально. Просто нет, по урону, то что он настолько мощный. Ой, сейчас на денежки там забрать. Ай, господи. Жизнь блогера слишком. Да. Не знаю, я со своего канала не беру деньги вообще ни капли. Просто, а, нет. Ну, типа, мои видео еще не собираю достаточно просмотров. Ну, мне, если честно, без разницы. Ну, типа, получаю деньги или нет. Мне главное, чтобы вы меня смотрели. И чтобы радовались то, что я выпускаю видео. Да, для меня это самое главное, чтобы вы меня любили. What the fuck? Чего? Как он так немного урона снес? Хилка. Хилка? Да хилка, я нажимаю. Ты дурак? Скажи мне. С 502 раза нажилась. О, и все, и уже вся хилка пропала. Серьезно? Да, серьезно. Про это я как-нибудь могу тронуть. Так. Где там еще есть. Да, я нажал. Там еще есть нет. Господи. Ну сейчас все закончится, и я буду прощаться с вами. А в следующем видео я уже наберусь вещей, чтобы убивать Пантерку. А потом. Быстро с котом. Господи. Да почему я всегда туда-то нажимаю? И сейчас она не захит. Она просто видит, знаешь, что с ним. Раньше все нормально было. И сейчас нет. Вот сейчас вот просто бегом. А вот сейчас достаточно быстро сработало. Ах ты крыса! Ну,
Не, не знаю, я буду тут читрить, типа брать вещи, узнавать босса, потому что...